героев везде встречают с почестями. Бориса Кузнецова, как и других героев Отечества, накануне чествовал Владимир Путин. Сегодня при параде Казань. Герой Советского Союза вернулся домой. Барабаны, флаги, троекратное «Ура» встречают героя со всеми почестями. В кителе, воодушевленный, хорошим настроением, Борис Кириллович в сопровождении супруги ступает на казанскую землю. От поездки только положительное, оттого и впечатлениями не терпится поделиться. Встреча, которая произошла в Кремле, для нас имела огромное значение. Патриотическое дело, которое мы заложили когда-то среди нашей молодежи, имеет огромное значение. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Более 300 военных и гражданских лиц. В торжественной обстановке героев со всей страны поздравил Владимир Путин. В своем выступлении глава государства отметил: мужество, благородство, бескорыстие и преданность Родине – надежная опора сильной великой России. Во все времена силу духа нашего народа питала искренняя любовь к Родине. Она помогала преодолевать любые испытания, вдохновляла на ратные подвиги, на преданное служение Отечеству и нашим людям. Вместе с Борисом Кузнецовым от Татарстана на празднование Дня Героев Отечества отправился герой России Александр Супанинский. В Казань он вернется в ближайшие дни. Алина Бережная, Марат Сайдгараев, ТНВ, Казань, Москва.